Всем привет, ребятки. Ну что ж, давайте сделаем тест Лопеша. Вы просили. Посмотрим, как он играет. В чем его преимущество, в чем его минусы. Ну, это вратарь. Есть ли здесь преимущество над другими вратарями? Ну, если мне скажут, что здесь стоит, допустим, Облак или Алисон, я скажу, хорошо. Стоят. Наверное. То есть я не определю, что здесь какой-то другой вратарь. Ван дер Сара, да, определю по прическе. Там Нойера тоже не различу. То есть Облака нет, Алисона нет. Ну, то есть моделька та же, кто его знает, кто там стоит, да, там выбегает из ворот, да, так же, наверное, как и другие. Закрутки, если сделает шаг, то пропускает. У меня для вратаря такая характеристика. Пофиг, кто там стоит. Реально пофиг. В чем преимущество Лопеша? Его качать меньше надо. Опыт на вратаря опять один из самых дорогих, поэтому никак. Передать с другой позиции уже нельзя. Поэтому, если вы не можете раскачать вратаря, там, до 106-го или еще как-то, ставьте Лопеша, не пожалеете. В этом плане он как бы хорош с точки зрения цены опыта, да, круто. Потому что другие позиции качать намного дешевле, поэтому Лопеша можно взять, поставить, если линк позволяет, почему нет. Разницы, повторюсь, не будет. Если у вас стоит Сар, конечно, не нужен. Если вы какой-то другой вратарь, и вы не можете его раскачать на максимум, надо брать Лопеша. Здесь без проблем. Другое дело, что надо брать с умом и посмотреть, какой там ранг у вашего вратаря. То есть, если у вашего ранга вратаря уже 12, у вас игроки 7, 6, с 8, с 3, то лучше взять полевого, а Лопеша просто купить и передать. Хороший вратарь, как и все другие. Как можно было бы, допустим, если бы я был бы разработчиком, мне было не пофиг, да, как можно было поиграться с вратарями, добавлять им рост. Главное, заслуга, вернее, главное, почему тащит вратарь, это его рост, там, выходы или еще что-то. Но это подделывать статы. Это надо было подделывать статы. Но я спорт даже новым вратарям, даже иконе, которую они продают в Андерсара, рост не подделывают. То есть они всем прописали 1,97 м, роста не видно в игре, но возьмите вы новым вратарям, грубо говоря, пропишите 2 метра, 2,02. И он будет тащить. Кто-то заметит подделку роста? Нет. Потом заканчивается это событие, как бы вы уже ничего не продаете, да, ставите ему, как и всем, 1,97 м. И народ будет думать, о, тащил, теперь не тащит, и так далее, и тому подобное. То есть можно играться просто с ростом, прописывать периодически рост другой вратарям. Но вы сами видите, что я спортс. Не хотят этого делать, либо не могут. Ну, вот такой прикол с вратарями. Притом, я говорю, вот, легко из вратаря сделать имбу, просто подняв ему рост. Все знают про Ваню Милинкевича. Делайте так же. Делайте так же, будут одинаковые. Нет, у них все вратари одинаковые. Зачем оставлять своего, если есть более высокорейтинговый? Ну, то такое, скажем так. Другое дело, что если у вас дорогой вратарь, то вы его качали, то лучше, может, даже Лопеша продать, этого качать. Надо соизмерять цену и опыт, и цену и прокачку. И тогда думать, ставить Лопеша, не ставить Лопеша. По игре ни хуже, ни лучше других. Говорю, если мне бы не говорили, кто здесь играет, я бы не сказал, кто здесь играет. Думал бы Облак, ну, мало ли, может, Алисон. У Алисона может быть какая-то фигня, он меньше шагов делает периодически. Но этот вроде тоже. Это зависит от овра. Игра вратаря отчасти зависит от овра. Если овр выше, то он чуть получше тащит. Если овр пониже, либо там стимуляция вас может просто даже с высоким овром плюс вашего убивать, либо наоборот пускать, то он дырка. Ну вот такой прикол. Вратаря, думаю, понимаете, как выбирать. Тупо по овру, либо по монетам. Другое не работает здесь, в этой игре. Убили позицию вратаря, убили позицию вратаря. И даже не дергаются со статами. Такой обзорчик. Пока.